Звезды сериала «Интерны» Светланы Камыниной тоже нет ни мужа, ни детей. Многие зрители давно записали ее в «Старые девы» и поставили на личном счастье актрисы крест. Если судить по сериалу «Интерны», где Светлана сыграла главврача и маму взрослого сына, ей уже лет 50. Немногие мужчины захотят ее иметь в паре. Это испытание. Всегда было видно, что она носит в себе атомную бомбу. На самом деле, Камыниной на съемках в «Интернах» было едва за 30. Просто она выглядит старше своего возраста. Из-за этого к ней и прилепилась в кино амплуа взрослой женщины. Из-за таких ролей у Камыниной и все проблемы. Многие путают ее с экранным образом, думая, что она уже в годах, да к тому же командир в юбке. Сама Камынина говорит, что это вовсе не так. Никакая она не бой-баба, а белая и пушистая. И мужчин вокруг нее крутится много, просто не те попадаются. Мужчины, они как троллейбусы. Ушел один, придет другой. Камынина уверена, у нее все еще впереди. И в ролях, и в семейной жизни. В общем, хоть завтра под венец.